У нас в гостях Антон Лисин, дизайнер одежды. И тут какой-то очень странный набор с собой принес Антон. Белизна, шнурки, перчатки. Антон, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем придавать новую жизнь вот этой старой футболке. Хорошо, поехали. Я предлагаю сделать на этой футболке узоры в виде кругов. И что мы должны для этого сделать? Для этого мы должны взять, вот примерно определить серединку футболки. Угу. И так. И что теперь нужно? Начинаем завязывать узлы с помощью шнурков. Если честно, я сейчас не понимаю, что я делаю, но я тебе доверяю. Значит, должно быть круто. Я хочу, чтобы рукава были гармошками. Давай сделаем. Ладно. Мы закончили завязывать. Теперь нам нужно ее намочить, желательно в теплой воде. Ну все, она полностью мокрая. Что мы делаем дальше? Теперь поливаем футболку белизной. А сколько по времени нужно ждать, чтобы она стала уникальной? Ну, примерно 2-3 минуты. Мы видим, что цвет изменился, теперь ее нужно хорошенько прополоскать и высушить. Вы готовы увидеть, что у нас получилось? Антон, показывай. Та-дам! Вот. На самом деле, очень красивая футболка. Я прямо такие же видела в магазине. Я никогда не думала, что это действительно можно сделать своими руками, потому что получилось, как мне кажется, очень круто. Друзья, не бойтесь воплощать свои идеи и удачи.